Внутрь посмотрим, что предлагается. Цена 15 долларов. Горячие источники, грязевые ванны, гидротерапия, водопады, бассейны, джакузи и все остальное. Небольшие горки для детей, ну и для взрослых тоже можно покататься. А рядом находятся водопады. Есть водопады. В водопадах вода попрохладнее, чем в бассейнах. Наверное, где-то 25 градусов. Вход в грязевые ванны и гидротерапию. Ну, вот такой чан с грязью, в него наливают, и потом люди там будут сидеть. В этом бассейне температура 37 градусов, и по краю сделано джакузи. Гидромассаж, а вот из тех форсунок вдали льется кипяток. Ну, так можно отдыхать, загорать, купаться целый день. 15 долларов стоит входной билет. Увидимся в следующий раз.